5 районных больниц получили передвижные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей КАМАЗ. Это мини-поликлиники на колесах, которые будут ездить по небольшим отдаленным селам, где нет ФАПов. Отправились они в Бабаюртовскую, Цунтинскую, Тляротинскую и Цумадинскую районные больницы, а также в Кочубейскую медико-санитарную часть. Задача поставлена по первичному звену, то есть приближаем помощь к населению. Передвижные комплексы можно использовать не только, как вот фельдшерско-акушерские пункты, там, их можно использовать в том числе для того, чтобы провести и диспансеризацию. Естественно. Населения. Можно, допустим, посадить сюда кардиолога, сделать какой-нибудь кардиологическую неделю, что, допустим, будет только кардиолог ездить. Можно взять аппарат ультразвуковой диагностики, точно так же проводить исследования. Узкие специалисты могут работать, врачи-терапевты, врачи общей практики. Поэтому ограничений никаких нет. И это только начало. В ближайшее время ожидаются новые поставки мобильных ФАПов. Всего же до конца года Дагестан получит 54 передвижных комплекса. Каждый автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, а также проведения профилактических осмотров и диспансерного наблюдения. Жители будут заранее информировать о прибытии врачей, и они смогут пройти обследование, не покидая села.